Молодые военнослужащие Узброенных сил Республики Беларусь, пограничных и внутренних войсков сегодня приняли присягу на верность родиме и народу. У Гомеле урочистая церемония прошла на площади державного стяга. С оборонцами Айчины и их батьками познакомились наши корреспонденты. С раницы у Гомеле мощный снегопад, але молодые военнослужащие 6-й специальной милицейской бригады на надворье, здається, увагу не звертают. Два тыдня тому их призвали на военную службу. Спочатку курс молодого бойца и теперь присяга на верность родиме. Клянуся быть отданным своему народу, заховывать конституцию Украины, с годностью выконывать свой воинский обовязок. Гэта клятва на все житё, даденная родиме и своим родным, якія у гэтыя хвилины находятся побач. Наш сын служит в армии, в части 55-25, там же, где служил наш мой дед, его прадед. Мы очень гордимся тем, что наш ребенок пошел служить в армию. Он к этому готовился. Я считаю, что служба в армии воспитывает характер, воспитывает дисциплину, и парень после службы в армии становится мужчиной. Многих новобранцев у гэты день пришли повиншовать не только родные. У холдингу «Гомсельмаш» працуют 2300 человек во взросле до 31 года. Каля 70 из них сегодня приняли присягу. На протягу усяго термина службы их обяцают подтримливать коллеги. Во всех частях, где служат машинобудовники, теперь будут отрымливать корпоративную газету. На протяжении всего периода службы мы поддерживаем плотную связь непосредственно с ними и планируем поддерживать эту связь с их родственниками, для того, чтобы по окончанию службы у нас мы не нарушили эти тесные связи, и по окончанию они прибыли в наш трудовой коллектив для продолжения дальнейших трудовых отношений с нами. Поэтому вот мы подтверждаем сегодня, что наш коллектив – это настоящая команда единомышленников. Первое уражение – это на все житё. У бригады родовые провели усяго два тыдни, але узгадывать об их яны будут с теплынёй. Первое впечатление – то, что казарма достаточно чистая, видимо, там недавно ремонт был. Вот. Коллектив хороший, командиры справедливые, сержанты тоже хорошие ребята. Ну, не знаю, хорошее впечатление, нормально все. После принятия присяги молодые войскоцы накировываются до дому. Первое звольнение на службе. Участие их чекают завтра у вечера. Наталья Игнатенко, Олег Сенцюров, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель».